Приветушки от Болтушки! Привет! Ну, наконец-то! Добро пожаловать на мой канал, мои дорогие подписчики! Вы знаете, я все время думала, с какого видео мне начать. Маленькая веселая обезьянка! Именно с этого мы и начнем! Тем более, наши подписчики просили об этом не один раз. Итак, встречайте на канале Болтушки-Веселушки обезьянка на Диком Западе. Поехали! Кажется, здесь надо выбрать обезьянку. А какую обезьянку выбрать? Может быть, вот эту или вот эту? Какую обезьянку мне выбирать? О, вот какие-то из новых есть. А этот плачет постоянно. Ой, Манюнька, какой маленький. А давайте развеселим самого маленького. Как вы думаете, будет здорово, правда? Так, ну поехали. А какую ему шляпку? Не, ну сильно большая шляпка. Хотя он такой крутой, с рогами. Пускай будет, наверное, да? Так, теперь посмотрим, как же в это сыграть. Ого, говорят, здесь много разных миров. Надо будет посмотреть. Ой, мамочки, мир первый, мир второй, мир третий. А куда же мне идти? И с чего вообще начать? А стойте, смотрите, вот тут какие-то стрелы. О, я стрелу взяла. Я не ожидала, что так быстро. Так, а где еще такие стрелы? Вот, вот. Ух ты! Кстати, о, смотрите, видите, этот индейец просит 30 стрел. Какой кошмар, просто ужас. Так, где же их брать, эти 30 стрел? Так у меня всего лишь 4. О, боже, боже, вы видите стрелы? Так, 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 так. Нет, что-то вообще не вижу. Этому подкова нужна. А у этого, а этому шапка нужна. Мне бы тоже такую шапку не помешало бы. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, здесь мы вроде бы уже были. Больше стрел я не вижу. Что? 10 баксов. Это же огромные деньги, нам надо размешить нашу обезьянку. А он мне про 10 баксов. Так, а вот наверх, мы здесь уже вроде бы все... А вот стрела, здесь больше не видно. Ага, вот, еще вижу еще одну. И тут, кажется, мы насобираем сейчас и всех. Ну и что, все что ли? Ой, вроде бы все, а дальше-то чего? А, вот, еще одна торчит. Ха-ха! Класс! Так, ну а теперь будем разгадывать всякие разные загадки. И где нам найти деньги? Где нам найти шляпки? Что это? Ага, смотрите, вот дверь. Я, кстати, еще несколько стрел нашла, а вот сюда я зайти не могу. Пустите. О, зато стрела есть, в окне спряталась. А это что? О, я воду могу открыть! Круто! А вот еще одна стрела. Мы уже 16 набрали, так что нам уже скоро-скоро-скоро можно будет куда-нибудь. Вот рычажок, но он, к сожалению, не берется. Непонятно. В общем, мы на Диком Западе. А ты что хочешь? А, эту штуку я где-то видела. А где? Так. Ага, вот чем. И это я где-то видела. Подписчики, я где-то это видела. Подождите, подождите, подождите. Где же я это видела? О, вот, смотрите, на крыше какие-то тоже знаки. И то наверняка какие-то знаки. Только нам их нужно найти. Где же они? О, вот, смотрите, треугольнички. Синий, желтый, желтый, синий, желтый, синий, желтый, синий, желтый. А вы запомните это? Подождите. Кажется, синий-желтый, там синий-желтый, желтый, синий-желтый, синий. Друг на дружку смотрят. Угу. Ну что ж, пройдем попробуем. Поворачиваем. Тут синий, а тут желтый. И тут, а тут друг на дружку смотрят, это я запомнила. Так, а здесь что? А здесь тоже синий. О, смотрите, мы взяли пилу. Мы пилу нашли. У-у-у. Так, что мы будем пилить? Бы нам... О, вот я еще одну стрелу. Кстати, она 17-я по счету. Ну что ж, распилим дверь. А где была эта дверь, вы не помните? О-о, я, кажется, потерялась немножечко дверь. Где же была эта дверь? Не, не здесь она была. Вот она! Так, пила, давай, пили! Жин, жин, жин.
Можно войти. Стрелы! Стрелы! Еще стрелы! 18-е, 19-е. Больше есть? Вот еще и... Подкова! Мы взяли подкову. Подкову тоже кому-то нужно было отдать. Точно-точно. А вот еще седло. Клево! Что тут еще можно взять? Это я вообще не... А что это? Это же вот... Вы помните эти знаки? Надо их запомнить сейчас. Подождите, ребята. Подождите, где же они были? Там мужик сидел. Мужик сидел и раскачивался на своей... на своем кресле-качалке. Так, о, запоминаем. Значит, у нас какая-то шапочка. Первый у нас стрелы, потом зубастик, потом лук, а потом такие рога. Запомнили? Подписчики, подсказывайте. Так, подождите, подождите. Куда мы идем? Мы, а где мы это видели? Вообще, я уже запуталась. Так, нам вот сюда. Да. Так, и здесь. Итак, стрелы, по-моему, да? Стрелы. А здесь у нас что? Шапочка, потом такой бабайка, потом, по-моему, лук, и потом... О! Колесо! Так давайте все это подаем нашим друзьям, которых мы встречали. А ну-ка, где же они? Так, заходим сюда. Что кому надо? Давайте, товарищи, выбирайте. Подкова есть такая. На! А что он мне дал? Это карты, их надо тоже запоминать. Вообще ничего не понятно. Ладно, что этому? Этому ничего. Этому шапка. Но мы шапку еще никакую вообще не нашли. Ладно, выходим отсюда. Здесь мы, по-моему, седло. Седло тебе надо. Поехали, ребята. Ключ. Ключ. А где мы видели ключ? Так, а деньги? Деньги вот этому, $10. О, он нам дал что-то. Джеки Джер. Слушайте, как здорово, как легко, оказывается. Я-то думала, буду здесь. Ух. Ладно, мы готовы, ну, продолжать. Только куда мы готовы продолжать? Значит, здесь ключ. Правильно? Правильно. О, вот и наша шапка. Так, шапочка моя. Где тебе кому отдать? Так, не сюда, да? А, сюда. Вот, лысый. Лысому надо шапка. Ох, мерзнет, наверное, зимой. На. Ой, какой он довольный. А что он дал мне? Пистолет. Он мне дал оружие? Зачем мне пистолет? Горилла Макакыч, давай не будем никого стрелять. Хотя можно попробовать. Подожди, если мы возьмем пистолет и стрелим, так бах. Ой, что-то не стреляет. О, смотрите! Стрельнула! И стрелу нам дали, стрелу. Отлично. Так, у нас с вами 21 стрела. Теперь нам нужно понять, если этот пистолет, он стреляет в специальные сосуды. Значит, нам нужно искать такие сосуды, я так думаю. Поехали. Сосуды. Так, здесь что? Нет, здесь ничего нету. Ага, мне помнится, кто-то вот хотел такую вот интересную штучку. Вот, по-моему, ему, да? А, смотрите, я ему это покушать дала, а он мне стрелу. Спасибо, 22 стрелы, но нам надо аж 30, это очень много. Так, где нам его взять? Как на тележке? Так, давайте мы сейчас эту тележку приподнимем. Ну, уезжай. Что это за веревка? Зачем она мне нужна? Вообще ничего понять не могу. Так, стрельнем. Чего? Может тебе стрельнуть, а? Я не знаю дальше, что делать. Не стреляет. Не хочет стрелять. Ой, смотрите, помогло, стрельнуло. И что? Я вообще не очень сильна в ребусах и всяких головоломок. Вообще не пойму, что мне делать с этим всем. Ты какие-то... А ну-ка, если мы зайдем в эти... Вот эти что? Так, а что мне такого интересного? Ну, давайте разбираться. Ноль. Типа ничего нету, да? А это сколько? 5 звезд получается. 4, 3. Может, это цифры какие? А ну, все они так делаются? А, точно, смотрите. Типа 1, 1, 1. И тут 1. Не, может, по 2?
Или по ноль вообще все исчезнуть должно. Мне кажется, ничего не происходит. Ладно, будем искать цифры. Кстати, вот нужно, наверное, цифры найти, потому что вот они показывают на количество точечек. Это наверняка количество цифр. Так, что же, куда же мне тут дальше? Где мне вообще что искать? Я вообще не знаю, вода зачем-то. Зачем здесь вода? О, боже, так, давайте я вам еще стрельну. Мне ничего не хочет стрелять. Так, а может найти сосуды? Стоп, были же как... О, вот цифры! 4, 3, 2, 0! Точно, давайте попробуем набрать. Смотрим, 4, 3, 2, хоть бы так. О, смотрите, здорово! Петушок. И куда мне этого петушка? Непонятно вообще. Лучше бы мне стрелы дали. Петушок должен... ставится где-то наверху какого-то здания, потому что петушок, он всегда там на крыше. О, кстати, а мы не можем пробраться на крышу? Вот он, этот рычажок. Нет, вот оно бы туда наверх, бы и на крышу. Мне кажется, вот этот рычаг, он имеет вообще какое-то значение. Давайте попробуем на него петушка поставить. Мне не хочется стрелу. Может, его тынкнуть? О, точно, тыч. Тыч, это не просто рычаг. Или, может быть, вот эту веревку на него повесить? О, смотрите, я нашла вход наверх! О, болтушка нашла! Болтушка не глупая. Так, петушка поставим вот сюда. Спасибо, дорогие мои. И что я с этим буду делать? Опс. Это у нас чего? И как его вращать? Может быть, оно на одной линии должно стоять? Не, не на одной. На разных, наверное. Это сюда смотреть. Это, например, сюда будет смотреть. А это... О, точно! Две стрелы! Мы с вами заработали вместе две стрелы. Оп! Оп! Так, 25 стрел у болтушки, между прочим. А вот мы не заметили, еще здесь есть стрелы. 26, 27, 28... А, еще не хватает. Ой-ой-ой, что ж делать-то? Не хватает стрел, 28 стрел только. Неужели мы какие-то пропустили? Давайте мы пройдем все места. Стрелы. Здесь, по-моему, вообще ничего нету. Так, здесь. Но мы еще не разгадали одну загадку. Да, вот от вот этой вот штуки. Что это может быть? Может, понажимаем? О, смотрите, что-то растет. Ага, значит, здесь можно либо длинная, либо короткая. А что у нас длинная или короткая есть? Как нам узнать? А давайте проверим, что вообще здесь повторяется. Аж раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, аж восемь раз. Наверное, в каждом мире это должно быть. Ну, или почти в каждом. Так, здесь вот есть 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, но они одинаковые, да? Потом здесь есть два кактуса, ну, два, ну, у них еще есть отростки, но они тоже, по-моему, короткие отростки, 3, 1 длинный, 4, 5, но их мало, там 8 штук должно чего-то быть. Так, чего у нас здесь? Цифры, может, буквы? 1, 2, 3, тоже мало, букв мало. Так, ребят, помогайте. Может быть, V, N, E... Нет, тут тоже всего вообще не достает. Так, чего у нас... А вот смотрите, есть череп. А сколько у нас черепов? 2 черепа, 3 черепа, и все? 3 черепа, 4 черепа. У нас в этой части нашего мира, обезьянки, у нас 4 черепа. А может что-то с этими черепами? Смотрите, у этого черепа один рог короткий, один длинный. Короткий, длинный. Ой, я не запомню. Пока горилла Макакович, давайте мы это запишем. Итак, по записи. Вначале вроде короткий, потом у нас длинный должен быть, потом опять длинный, потом короткий, потом длинный. Вот набираю. Потом короткий.
Длинный, потом длинный. Точно, и что? Стрела. 29-я стрела. Где же ее найти? А, миры, миры. Мои комнатки, дикий мой запад. Ну куда же ты подевал? Опс. Вот она. Ребята, 30 стрел у болтушки. Мы с вами насобирали. Мы просто молодцы. Так, ну вот эту игру мы с вами точно пройдем сейчас. Кому мы там стрелы должны вручить, вы помните? Так, не этому мужику, а кому? Ой, не туда, не сюда, не туда. Вот сюда, по-моему, да? Вот, вот ему. Ну что, держи, приятель. Коврик. Коврик. Слушайте, мы же так и не использовали водичку нашу. Она-то открывается, в отличие от всего остального. Так, и мы предлагаю нам пройти вот именно к этой водичке и помочить, например, коврик. Здорово! А дальше что? Намоченный коврик. Зачем нам намоченный коврик? Может, куда-то постелить? Сюда, например, нет? Нет. Так, зачем же нам... Так, попробуем его использовать во всех мирах. Значит, здесь, где-нибудь. Давай. Нет, здесь нет. Теперь вот здесь. И здесь нет. Около петушка. В мире петушков коврик не нужен. Значит, так, дальше выходим отсюда. Здесь смотрим. Может, где-нибудь? Нет, не нужно. Вам нужен коврик? Продаю коврик. Кому коврик? Красивый. На, конфетка. Нет, им тоже не надо. Так, кому же надо? Кому же надо? Наверх пойдем. Вот здесь. Ну, здесь явно никому не надо. Здесь никого нет. А, вот тут мужик сидел. Может, мужику? На. Коврик, коврик, бери коврик, я тебе сказала. Ну что это такое, ну? Ладно, не хочешь, как хочешь, себе возьму. А, подождите, вот этому может еще надо, да? О, точно! О-хо-хо! Огонь, разгорайся, все быстрее, быстрее. И... Вау! Мы рассмешили малыша! Ура! Ой, какой он смешной! Прямо как какой-то жучок-паучок. Боже мой, такая лапочка! Мне так нравится! А вам? Подписывайтесь на канал Болтушки-Веселушки. Ставьте колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новые выпуски. Я вам так рада, ребята! Приходите еще! Чао-какао!